Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Какую ошибку делают люди при том занятии, которое называется распитием спиртных напитков? Ну, если попросту, просторечие, речи, когда люди пьют водку. Дело в том, что они при этом занятии попадают под условный рефлекс, ну как собака Павлова. Ну, есть некая посуда, которая называется стаканом, из которого вот выпивают. Да, вот. Чаще всего это 50 грамм, ну кто-то там 100 грамм, и человек взял и выпил содержимое этого стакана. И через довольно-таки быстрый промежуток времени, небольшой промежуток времени, у человека наступает состояние, которое они выражают таким словом, как захорошело. После этого, недолго думая, в коротком промежутке времени наливается еще раз в эту посудину такое же количество водки, выпивается и этот стакан водки. Эмоциональный фон становится лучше. Получается, настроение улучшается по сравнению с тем, что вот с первым моментом. После этого человек выпивает третью рюмку или третий стакан. Где-то вот так, 50-100 граммов. Эмоциональный фон еще усиливается, то есть становится еще лучше. И вот тут и кроется ошибка. Человек, как собака Павлова, впадает в условный рефлекс. И он думает, что если выпьет четвертую рюмку, ему станет еще лучше. Вот этого не произойдет. И человек чувствует при этом себя как обманутый ребенок. И пытаясь преломить этого, он выпивает пятую рюмку или пятый стакан. Эмоциональный фон повышаться не будет больше. То есть лучше ему становиться не будет. Если человек этого не поймет, то он продолжает вот погоню. Почему? Потому что он впал в зависимость от условного рефлекса Павлова. Да? Вот. Он связывает вот это движение, которым он опрокидывает содержимое стакана себе внутрь, через рот, через горло, через пищевод, с улучшением его вот настроение. Дальше этого происходить не будет. И постепенно этот человек, чувствуя себя все более и более обманутым внутри себя, он либо впадает в буйное состояние, ну, начинает крушить, там все ломать, вот такое поведение, либо, как переживая внутреннее разочарование, он просто уснет. Вот. Ну и градации между этими двумя типами поведения много, конечно. Ну, будет совершать всякие поступки необдуманные. Почему? Потому что сознание у него постепенно перестает контролировать ситуацию. И это вот основная ошибка при распитии водки.
Почему это происходит? Это уже тема другого видеоролика. И можно так охарактеризовать кратко, даже изречение у меня такое есть. Алкоголь расконсервирует изначальный ци. Ну, это другой раз. До свидания, до новых встреч.